огонь. Ну, какие эмоции от игры? Что? Эмоции огонь. Все получилось, далеко. Мы молодцы. Что у вас MVP добавляет какой-то радости? Что лучше игроком признали? Да нет, главное трофей. Главное, что мы сыграли команду. Спасибо команде. Это тоже их трофей. А все-таки, ну, я не знаю, опять-таки прибавочка какая-то эмоциональная есть, потому что в Петербурге все-таки играли, и не чужая площадка. Играл да, на этой площадке, удобная площадка, полный болельщик. Не знаю, нет, нет. А вообще можно сказать о том, что ну, «Зенит» сегодня был, не знаю, на голову слабее, что стабильное преимущество у вас было с первых минут матча? Не знаю, мы готовились серьезно. Вчера сделали такой счет в полуфинале, сегодня все силы отдали, чтобы показать такую игру, и мы победили. Спасибо.